Раз, два, три, раз, два, три. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Александр Кульпин, я являюсь основателем клуба «Новых богатых» на онлайн-платформе joinetwork.ru. Добро пожаловать на наш каст в Перископе, и я сейчас нахожусь в потрясающем итальянском городке Лацизе. И мы сейчас с вами идем прямо к озеру, это самое большое озеро в Италии, называется Гарда озеро. И пока мы идем к этому озеру, я покажу вам и достопримечательности, и мы поговорим с вами на очень важную тему, как не вляпаться в сетевой маркетинг, как не вляпаться в MLM. И Денис, привет! Привет-привет! Кстати, друзья, напишите, откуда вы к нам присоединились, и занимаетесь ли вы сетевым маркетингом? Занимаетесь ли вы сетевым маркетингом и откуда вы к нам присоединились? Можете просто написать ваш город и написать «да» или «нет», «нет» или «да». И таким образом я буду знать, кто у нас сегодня на связи, и мы с вами поговорим действительно очень важную тему. А я вам покажу пока достопримечательности города Лацизе. Беларусь нет, Франкфурт да. Руслан, привет. Отлично, привет из Сочи. Сочи, привет-привет. И я думаю, что действительно вам будет интересно узнать, как не вляпаться в MLM. Потому что я, например, обожаю этот вид бизнеса. Я увлечен этим бизнесом. И это просто, это даже не просто мой бизнес, это стиль моей жизни. Но вы знаете, как в любом бизнесе, в этом бизнесе тоже есть так называемые черные овцы, которые не понимают, что такое сетевой маркетинг до конца, и вляпываются в всевозможные финансовые пирамиды под прикрытием сетевого маркетинга. И поэтому очень важно распознавать, что такое на самом деле сетевой маркетинг, что такое финансовые пирамиды. Город Краснодар! Отлично! Занимаюсь развитием YouTube-каналов. Круто, круто, круто! Это здорово! И мы уже присоединяемся, вернее, мы уже идем к Гарда-озеру. Супер! Так вы сами вроде в сетевом были. Нет, я есть в сетевом. И даже не я в сетевом, а сетевой вокруг меня. Потому что я выстраиваю... Эй, hello from Mexico! Ciao, Mexico! И я на сегодняшний день выстраиваю бизнес вокруг своего стиля жизни. И этот бизнес называется сетевой маркетинг, этот бизнес называется нетворкинг, этот бизнес называется MLM. Но важно также понимать... Чао, чао, амико! Амико мио! И важно также понимать, что сетевой маркетинг – это действительно грандиозный бизнес. В 2014 году здесь произошел товарооборот, создался товарооборот. Так, мы сейчас пропустим велосипедистов. Создался товарооборот более 183 миллиардов долларов. Соответственно, в этом бизнесе люди зарабатывают большие деньги. Вот такая вот здесь церковь, полиция. Кстати, вот это вот, познакомьтесь, это мой бизнес-партнер из Словении. В Словении, Дино, say hey! Hey! Hey. You're here! Окей. Друзья, мы идем к озеру. Привет из Бузулука. И раз уж в этом бизнесе создается мощный товарооборот, раз уж в этом бизнесе происходят такие объемы продаж, то, соответственно, в этом бизнесе есть люди, которые зарабатывают сумасшедшие деньги. Не просто деньги, а даже большие деньги. И на самом деле нужно понимать, когда вы посещаете вебинары, либо презентации всевозможных компаний, то нужно осознавать и смотреть, что эти компании или спикеры этих компаний продвигают. Я уже вчера делал каст из Австрии, из города Инсбрук, и там я говорил, что есть три вида презентаций сетевых компаний. И вам нужно просто обратить внимание, что презентуют спикеры, о чем они говорят. Австрия, now I'm from Italy now, I was yesterday in Austria. И первый тип презентации, когда вам презентуют, давайте я сейчас переключусь, вот так вот. Первый вид презентации, когда вам презентуют продукт, то есть вам продают прямо продукт на презентации,
вам расхваливают этот продукт, вам говорят, что какой продукт хороший, как он помогает людям изменить их жизнь. И это, конечно, здорово, это супер, но если вы вовлечетесь в такую компанию, то вы будете продавать продукты. Хорошо это или плохо, решать вам, потому что вы сами должны определить, нравится вам продавать, не нравится вам продавать. Но в таких компаниях обычно люди не зарабатывают большие деньги. Зарабатывают большие деньги там создатели этих компаний, а те, кто занимается просто продажами, то они имеют какой-то доход от продаж, но больших денег они не зарабатывают. Друзья, мы подошли к Гардаозеру. Сейчас я вам снова переключу. Окей. И вот мы подошли к озеру Гарда. Ставьте, кстати, лайк, если вам нравятся пейзажи. Здесь сегодня потрясающая погода. Несмотря на то, что в горах идет дождь, здесь великолепная атмосфера, шикарные люди, спокойная обстановка, уютная обстановка и много-много-много туристов. Окей, круто. Так вот, если вы увлечетесь в продажу продуктов, вы будете иметь какой-то определенный доход, но это не будут большие деньги, ради которых стоит начинать бизнес. Если у вас большие амбиции, большие цели, и вы хотите круто изменить ваш стиль жизни. Есть другой тип презентаций. Это когда на презентациях говорят только о деньгах. Эти люди говорят только деньги, деньги, деньги. Давайте зарабатывать, давайте много зарабатывать. Сумасшедшие деньги, вам показывают Феррари, вам показывают Ламборгини, вам показывают только деньги. Зачастую за такими презентациями кроются финансовые пирамиды. Зачастую, я не говорю, что всегда, но зачастую. И в данном случае нужно действительно быть осознанным и понимать, куда вы вовлекаетесь. Посмотреть на тот продукт, который продвигают эти люди. Если этот продукт вам по душе, и вы будете продвигать бизнес, то вы, скорее всего, заработаете деньги. Но это, как показывает опыт, недолгосрочные проекты. Потому что если вы только будете сконцентрированы на деньгах, когда-то у вас силы иссякнут, денег вы, может быть, и заработаете, но такие проекты, они быстро уходят с рынка. Потому что только на деньгах вы не построите большого бизнеса. Иногда даже есть продукт, и это можно... То есть некоторые компании создают продукты, себестоимость этих продуктов настолько ничтожна, что эти компании тоже создают бизнес только как money game, так называемая игра в деньги. Да, продукт как бы есть, но, к сожалению, всегда, когда говорят только о деньгах, значит, смысл заложен только деньги, бизнес, деньги, бизнес. И есть третий тип компаний, третий тип презентаций. Go home. Get out. Get out, come. Get out. Окей. Мы заблокируем просто этого человека. Он нам тут не нужен. И есть третий вид компаний. Это компании, которые позиционируют некую философию. Это компании, которые что-то создают крупное, масштабное. У них нет только цели заработать кучу денег. Они преследуют некую глобальную цель помочь как можно большему количеству людей изменить жизнь. Это люди, которые создают нечто масштабное, нечто инновационное. Они хотят поменять правила в устоявшей индустрии. Они создают инновации, и вот эти инновации определяют лидера от догоняющего, как сказал в свое время Стив Джобс. Поэтому, если вы присутствуете на такой презентации, где транслируются ценности, где транслируется некая мета-идея улучшения благополучия большого количества людей, то есть смысл присмотреться к этому проекту более тщательно, более глобально, потому что обычно у этих людей ими движет не только заработать деньги, ими движет не только концепция продукции, ими движет гораздо большие глубокие философские идеи и ценности и цели. Поэтому, друзья мои, просто когда вы присутствуете на следующей презентации, определите для себя, какой тип этой презентации, что хочет до вас донести спикер. И определите, насколько вам это подходит. Продукт, деньги, деньги, ради денег, либо некая философия,
с которой вы можете построить нечто масштабное, более интересное и запоминающееся на долгие-долгие-долгие годы, то есть оставить после себя след. Ну, вот здесь вот такой еще вид на лебедя у нас. Так что вот, друзья мои, выбор, как всегда, за вами. Секунду. Итак, выбор, как всегда, за вами, но я же вам желаю успехов, благополучия, всего самого наилучшего. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, увидели, поделитесь этим контентом с другими людьми. Просто, если у вас iPhone, проведите пальчиком справа налево, по-моему, да, справа налево, и там есть кнопка «Поделиться». Поделитесь со своими друзьями в Facebook, в Twitter, ВКонтакте, в Одноклассниках, в моем мире. И будет вам успех, будет вам удача. С наилучшими пожеланиями из города Лацизе, Италия, озеро Гарда. С вами был Александр Кульпин. Пока-пока.